день на море, Каролинка идет на зарядку, а девочки мои ленивые лежат. Да? Пошли, Каролин. Вставай сзади вот здесь, а я буду спереди стоять. Давай. 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 С бананчиком и с девочкой. Каролина еще сонная, ленивая, не хочет даже шевелиться. Девочки, сок манго решили взять. А ты слазь. Спасибо. Все. Слазь, я манго. Дай бабушка попробует. Какой вкуснятина. А Кисоньке кушать не взяли, мы же срочка ей дать. О, молока можно, да. Сливок налить. О, банан привет. Банан привет. Ань, давай я сок подержу, ты налей киски молочка. Вон она пошла следом, голодная, да, королевская? Девочки, сливки принесли котеночку. Аня, там твой сок. Нет, это не котенок, это не мой сок. Ну, кошечка. Через 2 минуты зарядка по нарезам. Ой, класс. Мы уже видели котенка один раз. Все, пусть кушает. Она любит молочко. Это у них такие жидкие сливки для кофе.